Диана учится в Немчиновском лицее и состоит в юнармейском отряде «Факел». К теме войны относится с особым трепетом. Память о тете-партизанке ее родные передают из поколения в поколение. Ей было всего 7 лет. Девочка отправилась в лес, чтобы помогать родителям. У нас мероприятие проходит каждый год, и я тут не впервые. Мы готовились очень тщательно и пытались посмотреть все моменты, чтобы все было хорошо. Эстафета переходит из одного поселения в другое уже 9 лет. В этом году ее участники вспоминают защитников Мурманска и Заполярья. Именно там в годы Великой Отечественной проходили одни из самых ожесточенных сражений. На каждого жителя приходилось около 30 килограммов взрывчатки. Но, несмотря на все это, фашисты не смогли взять город. Каждую семью коснулась эта война. И поэтому задача вот наших педагогов, спасибо, Ольга Марсовна, что у вас сегодня здесь и юнармия, и ребята ведущие, сами школьники, и родитель, вот который сегодня сейчас спел нам песню, одну патриотическую, а вторую о любви, которая также присутствовала на войне. На сцене выступили не только ученики лицея, но и участники сразу трех хоров. Ребята из детского сада номер 33 подготовили свой музыкальный номер, а школьники вместе с педагогами сделали декорации «Морской маяк». Символы торжественно передали из теруправления Новоивановское в Заречье. Теперь там целую неделю будут проходить выставки и патриотические акции. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».